Все экстренные службы сегодня несколько часов дежурили на окраине Первоуральска. В микрорайоне Первомайка садоводы обнаружили гранату. Горожане вызвали спасателей и поспешили покинуть участок. Копался в огороде, нашел просто. Ну а что, ну прям вот сразу поняли, что это граната или как? Ну я так товарами служил. Я же лимонку отличу. Как рассказывает сторож, заржавевшую гранату F1, в народе прозванную «Лимонка», он обнаружил во время перекопки огорода. Откуда опасная находка взялась на грядке, он не знает. Но вспомнил, что несколько лет назад, недалеко от этого сада, на дне реки Чусовая нашли несколько ящиков взрывчатки. Прибывшие на место спасатели и полицейские оцепили территорию. Эвакуация не потребовалась. В коллективном саду было всего несколько человек. Только после того, как взрывотехник осмотрел снаряд и сообщил, что он не опасен, перекрытие сняли. Находкой оказался корпус от гранаты, который, скорее всего, раньше использовался в учебных целях.